Всем привет! Сегодня рассмотрим плойку Бебели с артикулом БАБ 2073 ЕПЕ. Давайте мы его откроем. Как он открывается? В комплекте входит такая сумочка. Вот таким образом он выглядит. Он идет термостойкий, вы можете, когда плойка нагревается, вы можете сюда его положить. Плойка упакована вот в этом сумочке. Открываем. В комплекте также идет сопроводительная документация. Открываем. Вот таким образом плойка выглядит. Вот таким образом. Длина шнура составляет 2,7 метров. Максимальный нагрев температуры идет 230 градусов. Есть регулировки температуры 5 положений. Это у нас идет 115, 140, 170, 200 и 230 градусов. Ширина пластины составляет 38 мм. Длина составляет 120 мм. В чем особенность этой плойки? Вы можете влажные, не мокрые, а влажные волосы выравнивать благодаря этим отверстиям, которые есть. С них будет выходить пар, не будет задерживаться внутри. Особенности в этом заключаются этой плойки. А также нагревательный элемент утюжка – это керамические пластины, на котором методом гальванизации нанесено тончайшее металлическое покрытие. И как мне сказали мои клиенты, что по волосам они идеально скользят, не было никаких вопросов. А также есть плойка в желтом цвете, но в комплекте не идет сумочка, там идет просто термостойкий коврик. Подведем итоги. Какие плюсы есть у плойки? Первый плюс — это 230 градусов, вы можете использовать для гератинирования плойку. Широкие пластины, которые составляют ширину 38 мм. А также есть отверстие для выхода пара, которое вы можете использовать для влажных волос. И коврик, и сумочка в комплекте, которая идет. Очень стильная, удобная. Вам, когда придется транспортировать плойку, вам не придется дополнительно что-то покупать, потому что вы можете сразу положить и можете куда ходить, поехать. Так что вот все нюансы по плойке БАБ 2073 ЕПЕ. Так что, если какие-то у вас дополнительные вопросы будут по плойке, можете перейти по ссылке, которая указана внизу под видео ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет очень приятно слышать от вас какие-то комментарии. Кстати, шнур вращается на 360 градусов. Это очень удобно. Так что, всем спасибо. Всем удачи.